Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Real Play. Меня зовут Дмитрий, мы продолжаем с вами Хранителя Кладбища. Сейчас я буду вспоминать, что я делал в прошлой серии, что мне нужно сделать в сегодняшней, потому что пошел у нас однообразненький процесс. Нужно придумать, как заработать деньги. Вспомнил. В прошлой серии я перед тем, как... Ну, после того, вернее, как закончил запись, решил немножко заготовить дров, как вы видите. Подождите, где-то они у меня были. И что-то я должен был сначала сделать, я уже не помню, что именно. А, все, видите, печь у меня работает. Так, что же я сделал? А, я наготовил всяких деревянных балок для изготовления чего? Для изготовения мягких кресел. Вот, я начинаю прозревать, что я делал в прошлой серии. И перед, после, вернее, окончания записи я пошел набить руды. Короче, руды вверху больше нет. Я собрал всю руду, какую только можно, и забросил в эту... печь. Это раз. Во-вторых, я не помню, что у меня есть. В морге есть кто вообще? Это два. И в-третьих, я не помню, на кладбище у меня есть кто-то или нет. И плюс ко всему, я еще параллельно, когда собирал руду, выучил еще кое-чего. Сейчас я вспомню, что это. Это жуть, конечно, вспоминать. Что ж я придумал-то? Вы думаете, это так легко? Да это вообще нереально. Короче, я не знаю, где это находится, но я научился добывать больше минералов с почвы. То есть не больше минералов, а находить золото. Я надеялся, что сейчас пойду собирать руду и набью много серебряной руды и прочей хрени. Вот, я вот это вот выучил. Вот что я выучил. А сбор золота... Ой, серого... Нет, не это я выучил стоять. Запах золота. Вот это я выучил. Ты прирожденный шахтер. Ты находишь ценные руды чаще. Я надеялся, что выучу вот эту штуку. Набью золото и сразу разбогатею, как говорится. Решу все проблемы с финансами. Ну и думаю, сейчас пойду руду поищу в этом. Вверху. Вместе с железом. Как вы думаете, сколько золота я нашел? Вы совершенно правы. Ни хрена. Ни одной штуки не нашел золота. Ну, наверное, она не здесь добывается. Хотя я надеялся хотя бы хоть что-то найти, хоть... А, два трупа, все тут чисто. У нас сегодня день кого? Вот это я хотел забрать. Сейчас это я заберу сразу же. На маяк нам надо срочно. Срочно на маяк. Срочно, срочно, срочно. Хоть у нас денег и немного, но нужны эти, как его... Синий талант. Я только что потратил, ну не только что, а в прошлый раз потратил на изучение рудокопа. Думал, золото найду. 50 талантов синих, по-моему, ушло. Если не 100. Если не 100, точно сказать не могу. Поэтому вот эта книга обязательно. Чтобы хоть как-то восполнять синий талант. И 355, да, у меня было около 400. А, с тобой нельзя поговорить ни о чем больше? Нет, все. Я надеялся с ним поговорить еще о чем-нибудь хотя бы. Нет, ни хрена. Еще я слаб принесло под воскресенье, чтоб тебя с трупом вместе. Ну да ладно, это не страшно. Это не страшно. Там, по-моему, я бревен заготовил и в прошлый раз. Перед выходом бревен заготовил и, по-моему, даже нарубил вот этих вот чербанов, чтобы сразу сжечь труп. Ну, сейчас посмотрим. В общем, цель у нас одна. Больше, я так понял, квестов нет. У нас появилась цель 12 золотых. Раз. Это одна цель появилась. Плюс непонятно, что еще с инквизитором-то надо делать. Мне надо ему бургеры приготовить. Ну, не знаю, как это будет происходить. Но вообще, цель 12 золотых, и это все. Но смотрите, сколько мы получаем в неделю в среднем. В среднем около 6 серебряных. Мне становится страшно просто даже подумать о том, где мы будем брать эти деньги. Вы представляете эту сумму? 12 золотых. Это ж сколько мне тут провести надо. Но я надеюсь на торговую лицензию, конечно. И надеялся найти золото. Правда, теперь золотом беда. Я не знаю, где его искать. Здесь нет золотых рудников. Шахт тоже, по идее, нет. Не знаю. Что это за мужик здесь сидит? А ты кто вообще? Ко мне ед? Ко мне ед, да. Камнями торгуют. Я просто шел за этой вот... Может, медом еще? Ну, мед никто покупать не хочет. Вот, кстати, есть что-то. Что это за шахта? Сейчас пойду гляну. Хрен там выпадет.
Мечтай больше. Что это за шахта? Явно же железо. Было бы не круто, недалеко. Пришел, набил и унес. Так нельзя же, видите? Ладно, пошли пешком, кого хрена тут обходить. Мельницу даже починили, но на пшенице много особо не заработаешь. Это я уже понял. Поэтому будем надеяться на... Вот это еще что-то интересное. Какой-то мусор. Будем надеяться на церковь. Может, я когда усовершенствую церковь, она тогда будет мне хотя бы... Ну ладно, не буду загадывать. Ну, хотя бы сколько-то серебра в неделю приносить. Двузначное число, я надеюсь на это. Вот это меня интересует. Так, что тут за труп? Сколько у нас моркови? Надо все вспоминать. 35 моркови, но я дождусь, пока она закончится. Пока что не буду ничего делать. Трупа сегодня не будет. Сейчас посмотрю, что за тело нам привезли. Тело, в принципе, неплохое, можно закапывать. Я, конечно, может потом пожалею, что закапываю с минус один. Но алхимию надо изучать. Алхимию, не знаю, тут еще столько же денег надо, чтобы алхимию изучить. Это очень сложно. Правильно, кровь же надо забрать, да. Кровь заберу. Все, плюс один это нормальное тело. Минус один, вернее. Можно сделать плюс шесть с него. С каждой могилки по плюс шесть, если сколько там мне надо, 200 сделать. Ну тут сколько? 20 могилок точно будет плюс 6, если с ним сделать, будет замечательно. Плюс еще левая часть кладбища есть, точно сделаю 200, нормально, это нормальная цифра. Слушайте, починить забор можно. На старом кладбище. 10 гвоздей, все. Так надо это же сделать. Ладно, место под могилу, давай, не отвлекайся. Альтруист, блин. Куда тут сунуть эту могилу можно? Жмурика закопай, давай. Можно, конечно, сразу накопать много могил, но это плохая примет. Еще сам там окажусь, мало ли. Жизнь-то она такая. Давай, закапывай свое перспективное в будущем тело. Но пока что у нас 26 уже. Да? Не, 27. Нормально. Так. Забор починить надо будет, посмотреть на общую... Общий баланс потом. Писательство надо учить. Комбо-молитву, например, усовершенствовать. Но алхимия, комбо-молитва, это там... Ой, это надо как-то отдельно посвящать серию, вот, чисто под это. И копать, копать, копать именно в этом направлении, ни в каком другом. Там жесть вообще, там такие... Столько талантов нужно, я просто офигеваю просто. Хмель еще надо найти. Кстати, я пиво же не сварю без хмеля. У кого хмель покупать-то? Кто-то знает, нет? Так, давайте сохранимся. Я точно не помню, что мне там надо было. Чербаны у меня есть? Нет, нифига не нарубил. Ну, красавец просто. Чем же ты занимался все это время? Тут уже и дров-то особо нет. Хоть этого набил. Железо пока что у нас кое-как появляется. Давай, пили. Следующее тело точно будет ужасно, я гарантирую. У нас сегодня проповедь, не забудь. Сказал я сам себе. Так, один давай выкладываем. И побежали. Поспим. Для начала. Сегодня трупа не будет. Кулинарию желательно тоже там посмотреть, как прокачать. С огородом вместе, потому что нам надо много чего приготовить с еды. Ой, жесть. Ну ладно, церковь, сегодня церковь. Это цель номер один. Потом, может быть, до забора еще кладбище построим, но видно будет. Так, погнали. Проповедь сначала, потом все остальное. Сначала проповедь. А то уже ночь. Давай, мочи. Хотя бы веру получим. Серебряный 60 уже мне как-то погоды особо не играют. А вот вера, да, вера там нужна будет для изучения новых навыков. Давайте вот это побыстрее бы. Ну, че тут нет кнопки сбросить? Я уже столько раз это видел. Хорошо, это не отлично. Но 7 дали. А да, нет, отличная проповедь.
Вот если бы они по 5 серебряных каждый бы хотя бы бросал, вот это было бы уже ничего, я вам скажу, раз в воскресенье. Почти за 2 недели золотой бы. Ну, правда, тоже цифра какая-то ужасающая. За 2 недели золотой. Это ж сколько мне надо-то всего, боже. Так, 4, 2 ткани, 4 деревянных конструкции и 8 вот этих вот брусов. 8, 4 и 2. На этом набил, по-моему, на 4 лавочки сразу. Там достаточно много всего, я вам скажу. Много я набил перед, после, ну, в общем, перед этой серией буду говорить. Перед этой серией я там набил, по-моему, на лавочке 3 сейчас хватит, если построить, собраться так вот. На одном дыхании. Только надо понять, что зачем делать. Там я набросал этих деталей, напилил. 3 дня у меня ушло на все про все. И плюс ко всему у меня есть теперь костер. Следующее дело как раз на него сразу и упадет. Мне не надо будет отвлекаться. Смотрите, сколько идет металл. Еще 13 штук печка готовит. Так, 14 штук сбрасываем. У нас уже 24. Ну хоть что-то, то у нас он вообще заканчивался. А что, всего 24, да? Да не может быть, должно быть больше. Реально только 24, вот печаль. Так, давай посмотрим. Нам нужны вот эти вот штуковины. Второго уровня вот эти нам нужны штуковины. Мы можем с вами изготовить 2, по-моему, да? Нет, мы сможем изготовить много их, давай. Сколько мы их сможем изготовить? 3, 4. Все есть, пожалуйста, готовь на 4 лавочки. А, их по 2 надо. Да? Да, их по 2 надо, по-моему. Ладно, давай так хотя бы. Я не помню, по сколько надо. Или по 3, или по 4. Делаем, короче, пригодится. Это займет у нас всю ночь. Ну, по квестам бегать уже не стоит. Только вот это вот у меня инквизитор остался. Епископ — это церковь, кладбище. И, может, по мелочи еще кто-то там висит. Ну, инквизитор только у меня остался с конечным квестом. А так нужны только деньги, все. Больше мне ничего не надо, у меня все есть. Да, мне не хватит на все сил. Зато красных талантиков набью на этих штуках. Это круто. Давай сразу веру сбрось. Рыбалка, я так понял, вообще нафиг не нужна. Мы то раз половили по квестам, так... Ну, золотую рыбу можно попробовать поймать, но... Сколько за нее заплатят? Можно промодухаться там целый день, а потом придешь на маяк, и он скажет, я не куплю, у меня денег нет. У меня такое было. Реально такое было. Беспредел полнейший. Так, давай, допиливай. Все, последнее. Дальше брусья. Брусы, вернее. 8 штук у меня есть. 6 тканей. Это у меня на 3 лавочки, да, по-моему? А этих на 4, по-моему. Я не помню, сколько там. Нам, в общем, брусы нужны. Брусы, брусы, они не здесь выпиливаются, но у меня что-то было с них. 11 штук у меня есть. Сколько там, 8 надо было? А доски у меня есть? Ни хрена у меня нет. Ладно, пошли сделаем. Я уже забыл, сколько надо делать. Труп все равно будет сегодня во второй половине дня, поэтому не страшно. Хоть пару лавочек пошли заменим. Потом посмотрим, что надо добрать. А то я сейчас напилю. 3 лавочки мне все надо заменить. 3. Так, смотрим. Мягкая церковная лавка. Угу. Тут 2 получится. Ткань у меня на 3, но получится сейчас на 2. Ну, сейчас в данном случае на 1 вообще получится. Так, сломать надо сначала. Вот это мне надо сломать. Окей. А вот и брус пошел. Шикарно. Брус пошел. Сейчас еще одну сломаю, и все будет нормально. Давай вот это сюда. Лупи. Годится. И ломай следующую. Как раз еще на одну хватит. Правильно сейчас думаю? Думаю, да. Вторую ломай. Надеюсь, попал. Годится.
Если не попал, тогда будет трагедия. По-моему, попал. Так, еще брус пошел, еще одну могу поставить. Поэтому бруса надо чуть-чуть меньше, чем я думал. Но тоже неплохо. Так, еще одну ставлю. Годится, просто шикарно. Одна лавочка мне осталась. Церковь у меня уже 31, еще 19 надо сделать. Я думаю, мы это как-то осуществим. Канделябру сейчас поменяем. Так, мне надо 5 брусов. 4 вот это сложно делается. 4 вот этих штуковины. Ткань есть. Все, погнали, время есть еще. Сейчас, правда, труп привезут уже, но его сразу на костер. Сразу сейчас 5 брусов сделаю. Лишнее есть что? Да полно. Даже гвозди надавали. Так, пока сюда. 5 брусов. Это 5 досок. 5 досок делается здесь. У меня даже 6 получится. Последнее бревно распилю. Так просто, между прочим, говорю. Из него я делаю 5 штук. Поехали. Ну, давайте уже труп сюда. Отлично. Смотрите, у меня ровно 500-й сейчас красный талант будет. Юбилей, блин. Хорошо я наработал. Так, это 8. Пусть пока лежит у меня. Доска лишняя. Этот металл лишний. Можно с ним что-то будет сделать, если там не 20 штук. В общем, сделаем. Годится. Пошли быстро посмотрим, что там за тело, наверное. Да, пошли. Быстрее бы, наверное, было, конечно, через верх. Но я не люблю быстрых путей. Одну лавочку делаем, это уже будет 33. 17 пунктов нам надо повысить. Пока еще не знаю как. Сейчас будем думать. Так, свежачка подбросили. Нет, такого свежачка себе возьмите. И вот это, наверное, давай, да, для кожи. Бумагу, может, продавать буду, не знаю, подумаю. Все, забрать тело. Мне нужны дрова еще будут. Пошло. Тут у меня ничего лишнего. Абсолютно. Я обожаю тебя, топор. Я даже срубить дерево не смог. О боже, это проклятие какое-то. Теперь топор еще делать надо. Но железо у меня есть. Правда, стоит уже, конечно, наверное, прокачать более солидные инструменты. Но я вот думаю, зачем? На кой? Мучаться со сталью, если... Металла должно хватить. Вообще палка какая-то прицепилась. Да, дров нет. Дров практически нет. Это сюда. Что у нас здесь? Топор. Топор я... Ох, сколько железа. Еще 9 штук готовится. Так, это 9 штук. Где это? Что я взял? Вот оно. Тридцаточка. 2 лишних. Сейчас топор надо начать, чтобы не забыл, что именно мне надо. Топор. Я его не сделаю, конечно, но хотя бы начну. Так, а здесь выбросить свой красный. Разработчики так и не предложили, что делать со старыми топорами. Ломать я так и не смог. Смог их продавать тоже. Там виноград у меня перезревает. Ну что, жизнь такая, она тяжелая. Здесь я должен выбросить мясо. И все, и же с ним. Кстати, мясо можно будет потом опытом сдать. Может, серебра 10 заработаем одним махом. Сейчас принимаемся за 4 детали. Или за 8. Блин, я не помню, сколько деталей надо. 8, по-моему. Или 4. 8. А, мне одна лавочка надо. 4 вполне хватит. Одна ж лавочка, не 2. Давай вот это доделай. То без топора остался. И, наверное, заготовь деревья и вот эти вот колья, потому что я чувствую, что беда идет.
Да нахрен тебе эти грибы. Дрова нужны, ты грибы собираешь. Доставка бревен. Как умею, так и ношу. Ну вот я сейчас все потрачу на трупы. Но это надо делать, это никуда от этого не денешься. От этой рутины это хоть какой-то заработок, хоть на книгу талантов хватит. Потом будет легче, когда придется учить разные таланты. Вот что мне приходится делать. Один там лежит, но одного мало, надо все равно три пилить. Но все силы ушли, вот, пожалуйста. Труп приедет, и они какущий. Так, это тоже сюда. Что мне надо сделать для четверых вот этих штук? Четыре бруса надо заделать. Гвозди есть, этих нет, еще и детали придется делать. Давай вот это четыре штуки, не знаю. А, тебе не хватит. Хотя 4... Нет, подожди. Ох, еще одна уйдет. Ладно, давай. Пилим. Годится. Еще один талант прицепился. 4. Есть 4. Гвоздей хватит. Деталей теперь не хватит. Мне сложных. Сейчас надо узнать, как их делать. Сложные детали. Для этого нужны сначала простые. Уже трупяк приедет, есть. 4 сложных. О, теперь хватит. Все, труп приехал. Я сейчас быстро спать упаду. Потому что нам его разделать придется. Но обработаем его уже поутру, я думаю, да. Потому что сил не хватит. Какой-то навык надо выучить, на чтобы, может, энергии меньше тратилось. Уже замахался спать. Мне уже по дням все равно, я так понял, да? С кем мне там общаться, абсолютно все равно. Инквизитора я уже пропустил, да он, собственно, наверное, мне и не нужен, а может и нужен был. Уже толком не помню. Так, там труп надо было проведать, ну ладно. Сейчас я детали сделаю. Вот это заберу. Еще 6 делается. Так, есть все теперь у нас, да? Сколько нам надо? 4 их, по-моему. Беда просто, да, 4, по-моему. Раз. И 2. Еще 2 надо придумать. Ну, это детали будут, и тогда все будет. Все, нужны сложные детали. Сложные детали. 4 штуки надо. Многовато, конечно. 2 раза надо одно и то же провернуть. У меня уже нет половины сил. Труп там разлагается. Но ничего не поделаешь, надо делать. Давай. Последняя лавочка, как-никак. Финалим уже с мягкими креслами. Интересно, хватит сил, нет? Труп там точно уже сгнил. Надеюсь, он был плохой. То бы не так обидно было, потому что я ничего с ним не сделаю сейчас уже. Так, это мне уже не нужно. Это пока тоже. Это пока тоже. Это берем с собой, берем с собой. И это берем с собой на сжигание. Надеюсь, труп был плохой. Я пошел спать. Ну, в общем, да, от этого инквизитора мне нужны бургеры золотые, от змея мне нужен меч, который я даже не знаю, как примерно даже делать. С маяком разобрались, там уже делать нечего, епископ ждет кладбище, все. Только теперь бабло нужно. Чем больше, тем лучше. Так, у меня тут есть что выбросить? Нет, грибы не выбросил. Это плохо. Плюс трупешник там уже вообще... Загадил мне весь морг. Вы говорите, тут еще алхимию сочинять. Да как? Когда ее сочинять? Тут с трупами не знаешь, как разобраться. 91, да нет, крепенький какой-то был. Наверное, хороший был. Мне так кажется, по крайней мере. Блин, хороший был. Но ничего не сгнил полностью, по идее. Ты, ладно, давай попробуем. Минус 1 кладбище, как обычно. Нам это все компенсирует, надеюсь. Жир. Почему не сделали третью? Третьего явно не хватает. Тогда, конечно, все просто было бы у нас. Его не надо сжигать, мы его закопаем. У нас бы тогда вообще все просто было. Сделал и забыл.
И все в плюсе бы было. Да ну да, тогда бы неинтересно было. Место под могилу. У нас тут последнее. Последние места уже с вами. Осел так расстарался, что же хоронить негде скоро будет. 26 уже. Так, пошли лавочку засунем. Сломать. Окей. Ну что? Теперь здесь прямо одни удобства. Мягкая церковная скамейка. Еще и труп приехал. Но я уже тут рядом нахожусь. Все, с лавочками покончено. 33, еще 17 надо как-то придумать. Может, с канделябрами догонимся, конечно. Не знаю, посмотрим. Как нам поступить? Но я надеюсь на хорошие деньги потом после... Два трупа у меня? А где у меня второй труп? А, я его не закопал, ёханый бабай. Я его просто в землю бросил. Да? Сейчас надо проверить. Все это однозначно на сжигание, некогда мне с ним разбираться. Да, чем ты его будешь сжигать? У тебя есть что сжигать? Должно быть, я же приготовил. Отлично. Хоть что-то есть. Давай его сюда, зажигай. Я не закопал его, да? И не получил сертификат. Ну, конечно, он лежит. Красавец лежит, гниет прям. Не-не-не, сюда давай, да, прикопаю. Во. Теперь норма. Так, этот сгорает. Сейчас я заберу то, что мне положено по праву. Надо пойти проспаться. Давай сюда. Соль теперь здесь. Очень удобно придумано. Давайте посмотрим забор кладбища. Хоть что-то для кладбища сделано. Вообще мрак, конечно. Тут, конечно, элита лежит в некоторых могилах, а этих даже имен нет. Так, если запомнить, 6 гвоздей еще надо. 10 гвоздей, 10 брусов и 6 камней. 10 гвоздей, 10 брусов и 6 камней. 10, 10, 6. Главное не забыть, что зачем. Там у меня гвозди есть точно, брусы не знаю. Могу. Так, это выбрасываем. Это выбрасываем. Гвозди нам нужны, я их возьму отдельно. 8 не хватает чуть-чуть, собака. Ну откуда здесь брусы? Ну понятно, что их не хватит. 5 металла, пошли. Давай доски. А у тебя бревна есть? Откуда? Откуда у тебя бревна? Обалдеть, ну выспись тогда. Что-то сделай для кладбища. Так, что тут лишнее? Грибы. Тут ничего лишнего нет, давай выспись. Уже и этот опять на маяке. Уже неделя прошла, представляете, полетело время. Где брать это дерьмо? 10 гвоздей, 2 гвоздя надо сделать. Многовато, конечно, но ничего. Камни есть? 6 камней. А камни вообще есть камни? 15, да, конечно, их у нас много. Так, 6 брусов, 6 надо. 6 досок. Нет ни одного бревна, блин. Что за жизнь-то такая? Рублю уже все на свете, видите? Подожди, это надо выкопать, чтобы новое выросло. Иначе не вырастет. Мне уже надо эти пилить заново. Ну, вот эти надо пилить. Ладно, давайте займемся забором. Наметил, делай. Значит, этот ад никогда не закончится, давай. 6 мне надо. Мне надо 6. Раз. И 5. Поехали.
Еще полдня есть, сейчас бревна таскаем. Паровозиком как-то надо их сюда подогнать. Я всерьез занялся церковью и кладбищем, ведь я всю игру бегал мимо. А тут теперь прям в поте лица работаю. Так, что лишнее? Вот это лишнее, вот это лишнее. Все остальное нужно. 8 гвоздей. У тебя 8 гвоздей. Ты опять хочешь бежать дважды? 10, 10, 6. Все, забор практически у меня в руках. Колоть нечем, сразу говорю. Тоже по дороге забегу. О, это надо выкопать. Окей. Ну-ну, посмотрим сейчас на новый забор. Ну, конечно, позорище. Ну, что это такое, блин? Ну, могилки уже ладно. Дело-то такое. Починить забор. Все есть у меня. Плюс 10. Ни хренушечки. Компенсировал все свои минус. Смотрите, тут даже каменные местами. Не везде, но есть. Совсем другое дело. Прям вдохновение появилось у меня что-то делать. Давай, руби лес. Сейчас труп привезут. У тебя тут ничего не готово. Давай большой руби. Отлично. Все, выдвигай на дорогу, иначе ни хрена здесь не увидим. Это не руби, но еще молодое вырастет. Ну как это все затащить, скажите мне? Ну это ж надо каждое бревнышко выложить. Представляете, сколько труда. Сколько работы. Не бы помощника, хотя бы козла какого-нибудь, ну или осла, по крайней мере. Блин, да что ты творишь? Сейчас все и затащим вместе, давай. Бери вот это. Вот это. Остальное же... А, сейчас осел приедет. Я уже чувствую эту собаку ушастую. Я же говорю, что я его чувствую уже, блин. Так, а у меня нету куда их это складывать. Ну хоть 4 бревна дотащил. Да, привет, привет тебе, ушастая капиталистическая тварь. Давай сюда. Что я там хоть одну разрублю? Мне там 2 надо разрубить. Это максимум. Чтобы сжечь тело, потому что у меня там 2 есть. Не хватит. Так и думал. Что у меня лишнего? Доски, брусья. Ладно, какая нахрен разница, тело будет подгнившее или нет? Вот скажите мне, какая разница? Дольше бежать, спать давай. Раз у тебя сил нет. Сейчас надо выяснить, что мы будем делать дальше. Забор я построил. На маяк надо будет мотнуться. Наверное, пешочком. Так, годится. Давай допиливать, посмотрим, что за тело. Годится. Забери остальное, ты опять ничего не сожжешь. Два сюда. Эти 6 туда. Так, палки можно продавать. Кому, не знаю. Попробую сейчас продать. 120 палок. 123. Только место занимают. Сейчас пойду искать, кому продать. Вот дерево выросло. Дотолкай, там видно будет. Труп. Ужасающее мясо. И для бумаги давай. Остальное пусть лежит пока. Потому что мясо мы заворачиваем во что? Правильно, бумага. Бумага делается с чего? Правильно, со шкуры. Так, горе ясно. Я пока еще чуть-чуть здесь разомнусь. Сейчас буду материться. Уже лопата вышла из строя, представляете?
Ну что там, догорело, нет? Давай уже сразу. Легким бегом. Погнали. Сейчас на маяке попробую палки кому-то сдать, если получится кому-то их вообще сдать. Лопату новую надо делать. Что ж за времена-то пошли-то, а? Там уже осел скоро приедет. Так, это давай заберем. Все, печка моя свободна. А ну покажите мне, еще могу сделать слитков. Сколько я могу слитков сделать? 2. Маловато. Места не освобожу, ну ладно, делайся. Так, 6 штук сюда. Мясо и кожу вниз. 5 я взял. И на маяк, если меня ничего сейчас не задержит. Это все я должен продать. Отсюда давай на маяк. Здорово. Гони бабло. Гони книгу. Бабло я тебе подгоню, давай. Годится. Все, побежали. Те палки, кстати, не нужны. Нашел кому продавать. А те палки не нужны. И тут только что был, но не важно. Так, кузнецу палки не нужны. Кто у нас деревом занимается? Ну давайте думать. Вверху там кто-то лесоруб был, но вряд ли ему нужны будут палки. Может, этому нужны будут кузнецу, а вполне возможно. Что это сейчас за скрытая хрень? Винодельня. Скрытая винодельня. Если ее обрубить, не знаю. Мне кажется, может, там вино можно делать. Но сюда бегать с вином — это ад. И вот еще тут какие-то штуки. У меня такое ощущение, что половина контента от нас скрыта здесь еще. Стоять. Что ты сейчас? Ты что, офигел? Палки нужны? Меч нужен ему. Ага, хрен тебе. Самому нужен. А у него там руда есть. Так, тут самопродающиеся перья и яйца. Здесь ничего, сейчас труп уже осел привезет. Вот, тебе палки нужны? Да, по одному серебра. Ой, по одному медяку, представляете? 59, блин, ну хоть освобожу место, там же некуда ложить. Вот это, конечно, трэс, я тебя ненавижу, как бы тебя ни звали. А что ты продаешь вообще? Здорово, приятель. Навоз продаю. Нет, ну бизнес у тебя хорош, конечно. Так, тут вырубка запрещена, я иду за медом. Дерьмом торгует. И хорошо себя чувствует, заметьте. Не жалуется ни на кого вообще. А, мне еще 5 сертификатов надо продать. Да дайте мне уже пчел, блин. Сколько будут расти эти деревья-то, а? Че я здесь не могу собрать? Частная собственность, типа. Да слышу я, что ты труп привез. Некогда мне. Когда там же воскресенье? Во, сегодня уже. Надо мысли перезарядить. Понять, что зачем делать. Так, хоть здесь деньги платят еще пока на 5. Ох, 7. Ничего себе. Уже 16. Это с книгой-то. Или книгу надо переставать покупать. Или что-то надо делать. Что там у нас камень? Как обычно, еще час. Час до него. Что это за пень? Нужна ло... А, у меня лопаты нет. Ха-ха-ха. Кстати, там тоже она у меня сломалась на этом же месте. Видите, недокопанный. Так, труп. Ну, раз я уже в подвале, пойду посмотрю, что за труп. На него шпилить надо. 3 бревна. Ну это последний сегодня, конечно, труп. Надеюсь, он хороший хотя бы. Ну хотя приближен к хорошему. Морг дальше всего находится. Подожди, я здесь посмотрю. Нет. Плохой. Жечь надо. Забираю только то, что могу продать. Квестов, я так понял, больше не будет. Наверное. Все, встретимся завтра. Перед проповедью тебя сожгу. И посмотрим в церкви.
Чем мы еще можем ей помочь? Витражные стекла отпадают, там золото нужно. Золото пока без понятия. Где искать? Может, в подземельях походить еще? Не знаю, время покажет. Так, еда лишняя. Лопата. Ты моя лопата, блин. Пробежал мимо, как обычно, этого ящика. Пошли лопату хотя бы сделаем. Совсем беда. Так, лопата здесь делает. Подожди, нет, ты тут, да, это не влезет та, потом выбросишь не ту. Бывало у меня же такое. Коллекция старых инструментов, просто замечательно. Хоть бы сломать можно было, хоть бы выбросить просто было. Ладно, там уже сломать, просто выбросить. Ё-моё, железа нет, ну дожились. Но металл я неплохо восстановил, 46. Практически восстановил к тому порядку, когда начал делать лавочки. На лавочке очень много ушло всего. Как обычно, лопата не доделалась, но хотя бы поводу помнить, что мне надо было сделать. Окей. Так, сегодня осла не будет, это уже чуть-чуть легче, но труп у меня все равно еще лежит. Я, наверное, буду метить сразу на канделябры третьего уровня. Чтобы сразу же забабахать канделябры третьего уровня и все, и расслабляться. Так, есть. Доделать лопату, нарубить дров. Ну, все как обычно. А потом на проповедь. Все, лопата готова, давай. Тут надо три штуки. Можно было сразу три поставить, но это у меня уже привычка. Еще два. Уже бы давно изобрел какую-то машину, которая бы сама пилила, поставил бы и пошел. Ты ж печь как-то изобрел. Ты ж с будущего приехал. Ты ж в курсе дела, что зачем делать. Так, побежали, труп закопаем. Дерева уже нет, представьте, сколько я нарубил дерева, привез. Уже нет. Так, давай его сюда, этого жмурика. Он еще брыкается, слушайте, выпрыгнул у меня с рук. Так, время, делаем, быстро. Нет времени ждать, давай. Жмура поджигай, готово. Это надо выкопать, дерево не растет. Отлично. Забери талант, это все потом заберем. Ох, заборчик, ну я, блин, мастер просто. Надо какой-то лучше, конечно, поставить. Может, чисто каменный поставить. Здравствуйте, епископ, дело жопа просто. Все понятно, спасибо. Спасибо, поддержали в тяжелую минуту. Ох, креслица какие. Ну, должны сейчас денег набросать поболее. 33-то стало уже-то, а? Когда такое было-то? Давай свою речь. Церковь великолепна. Сейчас я увижу канделябры третьего уровня. Офигею, наверное. Там, наверное, столько металла надо будет на эти канделябры. Но надо ставить третьего уровня. Второго ставить бесполезно. Там, правда, талант надо выучить сначала. Но сейчас я посмотрю, что делается второго уровня. Ну, деньги те же. Веры столько же. Пока что не удивили. Ты что делаешь? Деньги забери. Нет, на 10 этих куперов, или как там их стало больше. Все-таки дает что-то. Так, я бы хотел, наверное, поставить, что вот это для канделябра надо? Чисто металл. Давайте выучим третьего уровня. Чисто металл, вообще металл только. Деревянный алтарь надо заменить на каменный. Так, раз у нас воскресенье, давайте посмотрим. Там труп надо забрать, сертификат. Потому что на этой неделе будет уже некогда. Давайте, теология, где она здесь у нас? Теология, вот она, родная. Так, это все улучшение для кладбища. Канделябр третьего уровня. 250, 100 и 100. Ну что, это того стоит, нет? Наверное, больше пользы будет исповедальни уровня 2 и каменного алтаря, как вы считаете? Ну все, я потратить не могу, это все мои синие таланты. Да, наверное, и смысла нет, наверное, ставить. Хотя хрен его знает. Вы знаете, такой вопрос. Смотря что даст исповедальня. Если плюс 20 сразу, то тогда да. Но судя по ценам,
Если они по десяточке хотя бы дадут. А канделябры, если второго уровня плюс 2 у нас, то это плюс 3. А сколько я их могу поставить? Ну, замените эти плюс 2, плюс 2 будет. Но все равно не хватит. Ох, чую, не хватит. Да и металла не хватит. Ну что, давайте рискнем. Поставим исповедальни, попробуем. Две исповедальни можно будет поставить. Алтарями добью второго уровня. Давайте на этого рискнем. Было не было. Все равно я без этого не улучшу церковь, я чувствую. Эх, блин, жалко. Сколько синих талантов. Ай, блин, аж палец. Палец даже не нажимает. Эй, кошмар, я нищий, всего опять 130. И на что, блин? Ладно, сейчас посмотрим. Каменный алтарь. Все, жопа, резной мрамор. Идиот выучил. Исповедальня 2, вот это еще ничего. Это еще ничего, но снова нужно 4, мне их надо 2, не знаю, сколько она даст. 14 брусов. Мрамор. Резной. Мрамор, каменотесная мастерская, понятно? Ладно, это трагедия самая настоящая, потому что мне сейчас надо исповедальню 2 будет делать. 2. 6. Ну это как на, 100, на лавочку столько же. И 14 брусов. Охренеть. Да. Ну я думаю, канделябр 3 уровня тоже там надо будет какая-то хрень. Наверное, нужна была какая-то хрень. Ну куда ты вышел вообще? Мрамор резной. Мрамор. А я умею мрамор добывать? Мрамор. Где он у нас здесь был? Здесь мрамор, по-моему, был. Блин, у меня проблема с добычей вот этого. Во. Известняк. Кусок мрамора. Большой кусок мрамора, 50. Хотя, в принципе, видите, есть варианты. Но все равно 200-200, но мрамор нам дальше нужен будет, по-любому. Главное, чтобы не полированный мрамор. А, вот куда нам надо рулить. Да, я сюда не дойду. Резной мрамор, представьте, каменотесная мастерская. Но все равно сюда надо рулить, конечно, будет. Ладно, давайте займемся этими исповедальнями. Давайте не все сразу, иначе удар хватит. После исповедальни посмотрим, наверное, не по 5 будет давать, где-то так. Если по 10, тогда все, тогда я в шоколаде. Если по-другому, то тогда нет. Так, дерево маловато. Мне надо 4 штуки сделать. Угу. 8 гвоздей, кучу деталей вот этих. Вот сейчас металл весь уйдет вообще на эти 2 штуки. Ладно, давай 4. 8 мне надо, да? А, 4 хватит, 4 хватит, да. А что я сейчас, одну поставил, да? Одну поставил, хорошо. 4 есть. Гвозди надо чуть более. И очень, очень много сложных деталей. По максимуму. Сколько бы их там не было. Они мне нужны. Все, сил нет. Завтра вечером приедет труп. Веру пока сюда. Ну, к мрамору тоже надо двигаться. У нас там кладбище улучшения. Ну, не знаю. Если минимума достигну, я кладбищем, наверное, заниматься и не буду. Тогда буду переключаться уже на... Ну ладно, давайте к этому подойдем. Я не знаю, сколько дадут за исповедальню уровня 2. Но время у нас еще пока есть. До следующего этого осла. Брусов 16 штук надо. А у меня один. Так, 4 мне надо. Раз, два, три, четыре. Поехали. Это на одну. Я сейчас попробую одну. Ну вот вся моя сила и ушла. Сейчас надо проспаться до вечера.
4 это на все, что у меня есть. Ну, могу еще один брус заделать. Так, между прочим. Все, мне надо 16 брусов, я помню. Куча вот этих деталей, не помню, 10, наверное. Но чем больше будет, тем лучше. Все, брусов здесь нет, у меня один. Гвозди можно выложить. Мне пока не нужны. Все, спать. Сил нет. Вечером уже будет труп. Сейчас надо нарубить для сжигания бревен. И дальше уже в промежутке между захоронениями или сжиганиями мне нужно успевать клепать детали. Вот и все, дальше. Вот, собственно, вот и будущее наше. На ближайшие несколько десятков серий, наверное. Видите, что творится? Ад самый настоящий. Талантов не хватит, например, на много чего. Так, А, ты уже привез, ну я понял. Так, один у меня есть, но мне все равно надо больше. Давай 3. Труп у нас. Сейчас быстро спим. И доделываем то, что должны доделать. А это распил многих, многих бревен. Очень многих бревен. Чтобы создать сколько там досок. Ох, а сил сколько надо. Охренеть просто. Так, ты привез, я уже здесь. Быстро смотрим, что там. Если ничего, то тогда только мясо и только кожу. Иначе это будет очень затяжной процесс добывать все органы. До этого мы закопаем, если получится. Извлечь органы без потерь. Здесь чуть-чуть легче. Ну еще подожди. Отлично. Минус я делать не буду. 2. Если бы было минус 2, я бы уже не делал. А минус 1 закопаю. Видите, забором компенсировал все свои минусы на это пока что. Так, бегом, бегом, место под могилу. Построить забор. О, каменный забор появился, ребятушки. Ребятушки. 24 полированного камня. Хотя он делается легко с этого камня. Стамески только нужны будут. Вот после каменного забора. Тьфу, вы чё? Это можно сделать, веры 3 надо. Вот этим надо заняться. Мне прям, блин, прям руки чешутся. О, похорони его прямо возле выхода. Каменный забор появился. Но это уже другое дело. Мне прям вот этот забор мне хочется поставить. Чтобы убрать вот это сразу плюс 20, наверное, будет. Посмотрите, 20-ка будет. Все годится. Сейчас это закопаем. Тут у меня еще один сертификат должен лежать. Да, лежит. Я все помню. Попробуй только спереть у меня что-нибудь. Истерика будет. На все кладбище. Все, даже приготовили для следующего жмурика. Годится. Да давай вверх его. Похрен. Задвигай сюда. Все равно рядом уже здесь все лежит. Нам бревна нужны. Надеюсь. Так, 3 есть. Что здесь лишнее? Палки, которые я продал по одному. Серебряному. Так, доски нужны много. Доски много. 3. 3D6, 18, 12. Все надо рубить. Но я не знаю, сколько это у меня сил займет. Но хоть одну распилю. А потом это все превратить в брусы. О, круто. Так, мясо. Мясо, кровь, жир. Тут лишнего ничего? Ничего, спать, все. Ох, блин, понеслась рутина, понеслась. Ну, хоть движемся по чуть-чуть, но вперед. Сейчас исповедальню поставим, посмотрим на баланс. Если хватит добить канделябрами, я добью второго уровня канделябрами и церковь на этом остановим. Если, конечно, не будет следующего задания на 100, или на 1000, или еще на что-нибудь. Неважно, давай брусы сделаем. Пили, теперь все это надо будет обалдеть. Все превратить надо будет в брусы.
Неважно, сколько, все, абсолютно все надо превращать. 18 штук, так 18 штук, все. Представьте, сколько сил надо. Уже изобрел что-то, мать твою. Реально, изобрел бы какой-то станок. Ослаб припахал бы, он бы ездил туда-сюда, за веревочку дергал, и оно бы само... Что-то, да, давало нам. 24 камня. Это 100 мест так надо будет. Фух. Камни-то ладно, там по 3, по-моему. Нет, побольше выпадает. По 6, по-моему, с одного этого. Но все равно за камнями надо будет ездить, как за дровами сейчас езжу. А я хотел алтарь поставить каменный. А, размечтался, блин. Ты же перерабатывай, ну ладно. Все равно мне же металлические детали надо делать. Не помню, сколько уже. Я так и думал, что не хватит. Думал, так и думал, что в последний момент ты остановишься. Труп. Так, там уже моркови, наверное, ни хрена нет. Надо взять всего 50 штук. Кстати, морковь я уже не высаживаю, не засаживаю. Она там сама по себе растет, запасы есть, типа, я не волнуюсь. А потом окажется, что у меня морковь закончилась. Вполне реально все. Так, брусы есть, эти есть. От этих деталей надо наделать побольше. Простых. Да, 4 хватит, этих по 3 будет нормально, давай. Мочи, 12 штук, нормально. Там как раз есть куда сжигать, все будет окей. У меня теперь проблема с синими талантами, да, не зря их покупаю каждый раз. Не зря. Все, на это должно хватить, на мастерскую. Морковь, привет, там лук у меня еще вырос. Не знаю, золотой, не золотой. В общем, надо будет тоже проверять, но некогда. Готово, удобряем. Удобряем. Садим. Все, одной семечки уже нет. В следующий раз только сможем посадить. Тут у нас семена, 3 сюда. Надо идти за семенами, закупаться. Так, 16 моркови пока что сбрось. И забери 50 штук. 400 ровно, красавец. Все, 50 моркови у меня. Это еще на 10 трупов. Что за тело? Насколько качественное? Отвратительное. Забираю, как обычно, что могу. Но, правда, у меня сил не хватит. Поэтому в этот раз только мясо. Этот тоже брыкается, зараза. Все, окей. Побежали. Построим исповедальню. По идее, мне всего должно хватить, наверное. Так, брось это здесь. Исповедальня. Ответственный момент. Исповедальня. Есть такое дело. А я не могу его, да, поставить? Это для канделябра сделано, да? Ну да, исповедание поболее будет. Это канделябры. Ладно, фиг с вами. Разломать, так разломать. 5 давало, но это будет 10 давать, посмотрите. А, сейчас же что-то с нее выпадет. Выпало. Еще и детали выпали большие. Так, годится. Исповедальня номер 2. R. Годится. А, сил, наверное, не хватит. Да. Обидно. Обидно, но не смертельно.
Пойдем доделаем. Я так и не узнал, сколько исповедальня, блин. Игра меня испытывает, сколько она даст для церкви. Сейчас 24 минус 5 было. Я с бревном уже, видите, через черный ход бегаю. А там уже день, сейчас следующий труп уже приедет, зараза. Так, 11 деталей. 11 это неплохо детали, это я сейчас свободно сделаю еще одну. Выложи ты это вот это говно. Так, это все можно выложить пока что сюда. Вместе с этим сбродом еще 3 сюда надо. 3 бруса и будет нормально. Все, спать. Как раз сейчас следующий труп привезут и точно плохой. А, не привезут. Я забыл морковку засунуть. Ну, тем чуть-чуть лучше. Правда, денег меньше получу, но это не деньги, это так, смех. Так, раз не принесут, пошли засунем. Пока что дрова у нас, значит, есть один свободный день. С одной стороны, наверное, это мне облегчение прислали. Чуть-чуть сейчас соберем здесь. Да, в принципе, можно сразу и напилить. Сколько у меня тут? 2? Да, 2 бруса есть. Давай еще 2 бревна распилим. И будет чуть легче. Поехали. Все, годится. Исповедальню сейчас доделать надо. Вот что самое главное. Вопрос номер один. Так, это сюда, это туда. Место для сожжения. Закинь морковку, иначе ты осла не скоро увидишь. Все, 50 морковок, еще на 10 трупов. Я думаю, мы с ним договорились. Кладбище какое. Ну что, давай посмотрим. Плюс 11. А чё плюс 11? Плюс 7 уже. 35. На 2 всего улучшено. Мать твою. Я-то думал, сейчас улучшение хотя бы десяточка будет. Ай, ладно. Тут надо просчитать, что-то не хватит по-любому. Вот. Чувствую, что не хватит. Зараза. Ну, вторую исповедальню по-любому надо, конечно, поставить, потому что третьего уровня исповедальни уже, наверное, не существует, я надеюсь. Да, я не проморгал, я надеюсь. Но это финал, да. Только канделябр третьего уровня, но я не буду его ставить, я боюсь просто. Хотя, может, и придется. Сейчас я по канделябрам просчитаю, мне кажется, что там беда просто. Так, давайте мне сразу 4 бруса, деревянные балки вернее. Отлично. Так, деревянные балки есть, доски у меня есть. Откуда у тебя доски? Мне надо 3 еще. Ну, 3 не сделаешь, только 6. Но с бревнами пока что покончено. Место для сожжения есть. Нормально. 3 бруса. И останется только детали. Сколько деталей надо, не помню. А, так ты подожди, ты еще создай это, там по 2 надо. 3 доски выбрось. Они нам не нужны. Ты вот это попробуй создать. 4 штуки. Гвоздей не хватит, 8 надо. 2 гвоздя не хватает. Все, вот тебе весь металл и пошел. А сейчас канделябры будешь делать, вообще охренеешь. 4. Ну, я его не доделаю, ладно. Так, надо книгу будет пойти купить. Теперь книгу покупать обязательно. Синих талантов брать вообще негде.
Вообще-то надо, конечно, может, инквизицией заниматься, но ладно. Если буду туда-сюда бегать, то там лук надо растить золотой и готовить блюда золотые. Я просто не успею. Вернее, ничего не сделаю. Я и так разрываюсь. Давай, 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 давай. Рутина, она и есть рутина. Сейчас уже труп приедет. Годится. Давай вот этих деталей, не знаю сколько. Их надо побольше. Давай их на 12. На все. Все, вот вам и 2 раза в день сплю. Конечно, едой лучше компенсировать, но мне заморачиваться еще за едой бегать, это, конечно, бред. Сейчас еще еду готовить, чтобы компенсировать себе эту энергию. Да ладно, уже как будет, так и будет. Сейчас исповедальня уже вторую, уже готова фактически. Там, правда, детали выпадут, но ничего, они не пригодятся. Все, окей, побежали в морг. Ты все взял? А ну проверь. 16 штук должно быть есть, 4 есть. Гвозди нам не нужны там. Их можно выложить, остальное все пригодится. Побежали. Ну и дальше сейчас будем просчитывать, сколько у нас канделябров и что оно нам даст. Боюсь, что беда. Придется искать либо золото, но это на это и расчет, наверное, либо учить мрамор. Мрамор-то я знаю, где добывать, но мраморную скульптуру попробую сделать. Блин, хорошее тело вообще. Ну, относительно. Все, плохое тело. Давай за это сюда. Брак получился. Но я не буду навык учить за 50 синих талантов, чтобы доставать без потерь. Обойдутся. Придется сжигать. Блин, а был шанс закопать. Тогда было бы чуть проще. А так костер впустую пошел. Блин, каменный забор так и хочется поставить. Прям тянет. 5-й вот это убрать надо. Вот эту фигню убрать. Все, есть у меня уже. Исповедальня 2, да, есть. Давай, убирай нафиг. Вот, видите, витражное стекло. Я бы поставил, но золото. Где его брать? Да нигде. Окей. Надеюсь, там внутри никого нет. Вот, видите, 5 деталей дали. Еще брусов 8. Но они пригодятся, наверное. Исповедальня 2. Кресло не надо было строить, исповедальню надо. Тридцать семь. Ну что, друзья, я вас поздравляю, 37. Итого, здесь канделябр, здесь канделябр, здесь канделябр, здесь канделябр. Это 8. Это 45. Здесь канделябр на 2. И здесь канделябр, друзья, 47. Вот вам и вилка. Либо золото ищи, либо канделябр 3 уровня. Если 3 уровня, тогда канделябр 3 уровня. 3-3, 3-3. Это уже будет 6-12, 49. И улучшить один из двоих. Но неизвестно, что там за канделябр 3 уровня. Сейчас я сохранюсь и посмотрю. Если дело дрянь, зад, не буду этого делать. Если там опять какой-то резной памятник нужен для канделябра 3 уровня, там, ну, там столько нужно выучить всего. Вообще-то лучше, наверное, этого не делать. Мне кажется, что лучше, наверное, этого не делать. Я прям разрываюсь сейчас. Либо канделябр 3 уровня, либо резной мрамор, либо золото.
Ну, золото не знаю, где искать. Резной мрамор знаю, где искать, но там тоже столько талантов надо выучить. Сейчас надо все взвесить обязательно. Так, мне на маяк надо за книгой смотаться. Охренеть просто. Тут уже ничего нет. Сейчас трупяк привезут уже. А мне на маяк еще надо. О боже. Так, все, эту кровь сюда. Это я забрал. 4 продать. Посмотрим сейчас, что будет. Лягу спать, сохранюсь. Вот сейчас я сохранюсь. Ладно, давайте на маяк сначала сходим. Стоп, 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 проснись, мать твою, пропустим маяк. Пропустим маяк, минус 25, это жесть тогда. Давай книгу. Я если пропущу маяк, все, блин. В следующий раз еще неделю ждать. Использовать, давай. Ну-ка, у меня там талантов надоил. 155 всего синих. Ё-моё, что ж делать-то? Прям не знаю. Так и хочется мрамор пойти, да начать добывать. Ну тогда резного все равно. Сейчас я посчитаю все. Сейчас все посчитаю, сейчас все взвешу, нормально будет. Все посчитаю. Сколько мне надо добраться до резного мрамора? Не факт, что я его сделаю, конечно, но там еще, кстати, статуя бронзовая. Там тоже что-то нужно будет, какой-то ингредиент. Минимум бронзовый. Минимум. Минимум бронза нужна. Так, у меня есть 4. Ну что, уже 20 серебра собрал. Для торговой лицензии 30 еще надо. Я думал, церковь сейчас забаться, она мне будет приносить хоть какой-то доход. Дайте я выкопаю этот долбанный, этот зараза, который в начале игры еще начал копать и так не докопал. Так, что там за труп привезли? И дайте мне время, как раз у меня сейчас будет воскресенье. Ох, неделя промелькнула, блин, вообще. Уже исповедь следующая. Мне кажется, если канделябры сейчас добросовестно по 3 будут давать, то тогда вопросов нет. Я делаю канделябры и забываю про памятник резной. Хотя он мне может понадобиться, а может быть и не понадобится. Кладбище-то надо улучшать, не знаю, резными, не резными. Так, еще дается мне один шанс. Ну, тут 50 на 50. Повезет, не повезет. Все, не повезло дважды. Да что ж ты, мать твою, будешь делать-то? Мне его делать некуда, сразу говорю. Бревен нет, хотя был шанс. Его сжечь, но дважды мне не повезло. Так, пусть лежит, нахрен. Дважды мне не повезло с этим. Там бревен нет, мне сейчас сжечь не на чем. А, завтра не приедет осел. Поэтому время еще есть. Хотя надо было через улицу идти, хоть бы бревен принес. Что ты мимо пробегаешь? Вот скажи мне, ты же несешь куски трупов. Но для этого здесь ящик и создан. Зайди, выложи все. Можно еще мясо торгануть. Вот мне кажется, где-то 20 серебра точно получится. Что мне с бревнами? 3 штуки надо пилить. Давай задвигай одно. Нам 3 надо. 3, конечно же, не получится, но хотя бы 2. Ну и 2 не получится. Ладно. Трупа сегодня не будет, это уже немножко легче. Давай спать. Так, я сохранился. Вот сейчас я сохранился. Если сейчас дерьмо настанет, я сейчас буду загружаться. Я сейчас посмотрю, что нужно для канделябра. Если там мрак, то все, в баню. Смотрите, я учу технологии, я сохранился, я надеюсь. Беру 3-й канделябр, довольно дорого. Но это позволит мне закончить церковь, а значит все. Вот это вот. Ну, исповедальник, конечно, мне дали какой-то плюс.
Но алтарь я не скоро построю. Хотя можно бы было алтарь. Но опять же, смотрите, чтобы построить алтарь, давайте рассудим. Каменный алтарь. Мне нужен резной камень. Он находится вот здесь. Вот эта мне часть надо. Мне тоже нужно 100, кстати. 100 тоже нужно. Только 500 нужно красного. Каменотесная мастерская. Еще одна проблемка. Каменотесная мастерская уровень 2. У меня есть такая? Да, у меня такая уже есть выучена. Ну что? Как по мне, чем учить просто канделябр за 100? Лучше за 500 выучить мрамор. Нам по-любому мрамор будет нужен. По-любому. Все, я передумал. Я не знаю, сколько даст мне алтарь. Ну что-то-то даст. И я не уверен, что сделаю резной мрамор каменную статую. Тоже не факт. Но я рискну. Давайте, наверное, купим. Мне надо будет 500 красных, 250 зеленых и 100. Собственно, это столько же, сколько стоит канделябр третьего уровня. Да ну уже что, издевать? Нахрена мне третьего уровня канделябр? Мне мрамор в любом случае понадобится. Все, даже без сохранения я покупаю. Может, я, конечно, сейчас лоханусь очень сильно. Где это было, блин? Вот здесь оно было. Берем добыча мрамора, наконец-то, давай. И сразу же вот эту хрень. Каменотесную мастерскую. Или давай попробуем добыть его сначала. Ладно, гулять так гулять, хрен с ним. Все, у меня банкрот. 55-55, вообще жесть. Но зато я дошел уже до края. Резьба по камню. Мрамор, видите? Теперь надо найти, где добывать мрамор. Ну, я знаю два места. Дай мне скажу. Это я так с утреца выучил, да? Ну, подумайте, вот зачем мне канделябры тратить столько же синих талантов, сколько мне бы понадобилось на мрамор? Ну, логично, да? А мрамор мне еще понадобится для, может, забора. Нет, за забора не понадобится. Для могил точно понадобится. Каменотесная мастерская у меня, по-моему, есть, да? Второго уровня, я уже не помню. Да, вот она, справа есть у меня она. Так, мне надо жечь труп и пойти... И пойти проповедь провести. Потому что дальше на жизнь настоит. Сейчас будем делать... Вернее, мрамор добывать. Я еще статую не знаю, как создавать. Она еще бронзовая должна быть, между прочим. Подождите, что-то тут не то. А, мне надо построить, сжечь труп. А потом валить на проповедь. Надеюсь, денег принесут больше. У меня уже уровень церкви, уже будь здоров, уже да. А потом уже буду добивать канделябрами. Но не третьего уровня, понятное дело. Никак не третьего уровня. Годится. Побежали на проповедь. Пока такая возможность есть. Пока нас не уволили еще отсюда. Че тут нет веры? Веры должно, кстати, здесь больше, наверное, появляться. Комбо молитву бы неплохо бы было сделать. Но этим я займусь, посмотрим. Правда, талантов уже ни хрена нет. Синих, я имею в виду. Поэтому с комбо-молитвой могут быть проблемы. Писательство, там драматургия. Уже ни за что учить, я уже все вложил в другое дело. Смотрите, сколько дали. Ничего себе, веры надавали. 10 штук дали, 5, 3, 2 я забрал. Ну, 9, ладно, где-то. Сейчас посмотрим по деньгам. Насколько им понравились новые вот эти штуки. Сидеть стало мягко. Ох, что-то мало дает. Веры больше принесли, по-моему. Сколько вы мне тут дали, а ну покажите. Нет, столько же дали, сколько и в прошлый раз. Ладно, зато веры стали давать больше. Вера нам понадобится для создания камней вот этих цветочками, которые... Так, есть, да, вот это. 9 веры дали, 9. Давали 7, потом 8. Так, выкапывай. И выкапывай. Нам теперь нужны таланты разной масти. Абсолютно разной масти. Огород забросил, чернозем не добывается.
Значит, не так просто их всех загрузить паровозиком. Да чтоб тебя. Все, что-то пошло уже не так. Ладно, хватит и этого, по-моему, неплохо. За раз. Можно, конечно, и побольше, но ладно. Ты складывай, а не бросай рядом. Тоже мне, блин. Сейчас бы понять, где мрамор добывать. Это уже другой вопрос. А, сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем одну интересную вещь. Прямо сейчас. Сейчас я заплачу, наверное, здесь. Смотрим. Мрамор. Расскажите мне, где его добывать. Есть мрамор. Нужны только еще деревянные клинья. Понятно? Ну, клинья, ладно. Там они по 10 штук делаются. Полированный мрамор тоже делается несложно. А вот здесь может быть беда. Как делать стальную стамеску? Нет, это не проблема. Полированный мрамор, резной мрамор есть. Мы это сделаем. Вера есть. Все нормально. Это не самое сложное, что можно придумать. Сейчас все будет. Только главное, чтобы этот... Вот эта вот штука, которую мы делаем, чтобы она нам принесла много этого. Много очков. Минимум надо увеличить, не знаю, на сколько. На 5 хотя бы. Но это сложная вещь. Давайте сохранимся. Сейчас труп у нас не будет аж до вечера. Пойдем за мрамором, сбегаем прям ночью. Мрамор, по-моему, я помню, где. Вверху, возле этого. Там, где инквизитор стоял. Я, конечно, не ошибаюсь. А ну, побежали. Там было что-то подобное. Как там у нас... Ух ты, кирка уже готова. Да, сейчас пойду, только начну бить. Хорошо, что заглянул. Давайте одну. 3 детали надо. Ну, естественно, ну как же по-другому-то. Чтоб ты пошел и добыл просто так мрамор, уже железа фактически нет. Годится. Кирку, пожалуйста. Там у меня выйдет из строя, а это мы сразу хлоп. Нифига себе, кирка создается. Заново спать надо, сука. Толку туда бежать с половиной линии. Вообще-то надо там... Ну, я не знаю, сколько там мрамора надо. 3 куска. А, его таскать надо, его ж не разобьешь-то. Ё-моё. Ладно, давайте хотя бы попробуем копнуть. И мрамор ли это вообще вверху? Мрамор ли это, я не знаю. Я просто видел тот камень, я еще даже не предполагаю, как его добывать, а ну. Вот, я видел вот эту кучку. Да, это мрамор, друзья, я всех поздравляю. Пожалуйста, кусками не дотолкаешь паровозиком. Только вручную, это 3 кусочка мрамора. Ну, хоть недалеко, хоть мост есть. Обалдеть просто. Давай его сбрасывай хотя бы вот так вот сюда. Паровозик не сделаешь, специально по диагонали сделали. Чтоб люди помучались. Чтоб они побегали вот по этой дорожке. Ну, можно, конечно, но это будет мучение. Ну вот, я сделал. Дальше что? Ну, меня вот этого может и хватит, не знаю. Это мука. Ну, смотри, ну реально сделали. Знали, что умельцы будут местные толкать. Хотя, конечно, есть вариант, но... Да нормально, наши люди везде прорвутся. Хватит 3 камней, нет? Но зато мрамор добываем, это вам не шутки. Ладно, пусть здесь лежит, сейчас вообще посмотрим, что из этого можно будет сделать. А вообще, ну ладно. А куда мрамор складывать, сюда? Да, он как камень, надеюсь, это засчиталось мне как камень. Там я это сделал, пошли посмотрим. Подожди, мне же дрова пилить надо, ай, блин. Еще и 3 надо пилить. Может, я когда разбогатею... Сколько? 3? Да. Когда я разбогатею, мне тоже не надо будет делать. Трупы жечь. Так все равно кладбище надо. Я их в реку буду сбрасывать тогда. Если там будет дешевое, все дерьмо это. Я их в реку набросаю.
Так, один... Брат, давай сюда. 10, еще 2 давай делай. Задолбался бегать, если честно. Лучше уже все силы сюда вложить. Сейчас пойду сразу сделаю на 2. Высплюсь как следует уже. И на 2 трупа сразу сделаю. Так, тут у нас с дровами как. Я все вывез практически. Ну, молоток. Так, давай, место 1. И место 2. И ты сдох, фактически. Ну, хоть так. Хорошо, что бревна у нас бумажные и не требует много усилий. Еще 2 бревна дотолкал. Надеюсь, мрамор не смешался с камнями. Это будет жесть. Он туда так положился аккуратно. Так, тут что? Лишнее. Вот это лишнее. По-любому надо будет спать, но я сейчас хочу в церковь сбегать. Посмотреть, что нужно для этого. Один памятник мраморный нужен будет. Церковь у нас здесь. Один памятник мраморный. Сколько нам давал этот алтарь? 1 всего дает. Если заменить хотя бы 5 из... О, вера какая-то, смотрите. Сейчас посмотрим, сколько веры дает теперь новая исповедальня. 2 веры и золотая история. Но это того стоило? Вера нам скоро понадобится очень сильно. Смотрите, какая жесть. Мне надо 2 резных мраморных памятника. 2. Но остальное по стандарту. Я это сделаю. Подожди, по стандарту. Что еще? Металл простой. 4 металла, 4 балки обычные. Обычные. Спасибо, что обычные. Вот 2 резных мраморных памятника. Их, кстати, надо исследовать обязательно. Так, что там за труп привезли? Сил уже, конечно, ни в какую, но я могу его сжечь сразу, если что. Может, даже и сразу рискну. Хотя, какая разница? Приду выспавшийся. Там у меня 2 места для сжигания. Что за труп? Ужасный труп, пусть валяется. Сожгу завтра. Сейчас будет самое интересное. Сейчас я буду создавать резные камни. Ой, резные памятники с мрамора. А для этого нужна стальная стамеска. А чтобы сделать стальную стамеску, нужна сталь. Чтобы сделать сталь, вы понимаете, что нужно сплавить там что-то с чем-то. Золотая история, когда буду развивать писательство, если, конечно, буду. Она мне очень пригодится. Можем даже подождать сразу 2 трупа, но, конечно, если начать разделывать, энергии не хватит. Надо заедать либо медом, либо грибами, но мне не хочется их тратить. Может, я в подземелье еще когда пойду. Мне по-любому туда, наверное, придется идти. Меч-то надо где-то доставать. Так, резной камень покажите мне. Резной мрамор. Стальная стамеска. Кусок мрамора. Подожди, чтобы добыть мрамор, мне нужно еще 3 колышка. Давай добудем 3 колышка. Это, конечно, затраты непредвиденные. Где они у нас тут? Здесь, по-моему. Блин, я думал, не надо будет разбивать. Ну ладно, все равно пришлось. Они разбиваются у нас на 3. Есть, и здесь разбиваем на колышки. Давно я колышки не создавал, да? Отлично. Колышки есть. Теперь идем создавать 3 резных малированных. Ой, 3. Нет, не полированных камень. Подожди, мне мрамор нужен. Вот кусок мрамора. 3. Круто, обожаю, блин. Это что-то новенькое, синий талант. Да неужели? Кусок мрамора изучать надо? Да, надо. Это надо изучать? Нет, это не надо. Так, колья можно выложить, и вот эти брусы тоже пока не нужны. Вот теперь самое интересное. Стальная стамеска. Где она у нас тут была? Где ее вообще искать? Алле. Стамеску где брать? Здесь? Все, я в ахре. Я не знаю, где ее брать.
Гвозди. Стамеска. Ты здесь создаешься. Железная стамеска. Как же вы... А я расслабился уже. Ну как же ж создать стальную стамеску? Как вы думаете, как ее создать? Вот подумайте чуть-чуть. Легко создается на наковальне второго уровня. Во, попадало. Но это у меня есть, сотню надо добить где-то. А как же ж мне сотню добить? На мраморе. Сколько мне мрамора надо? Вот это попадало. Да, размечтался ты так быстро все прокачать. Ладно, давайте хотя бы мрамор сюда снесем. 9 кусков здесь пусть будет. Хотя бы на мраморе ее накачаем. Сколько там накачаем? А, я сейчас изучу. Сейчас изучу уже, блин. Мрамор изучить просто можно и все уже будет. Ну, тоже у нас новинку вот это все дело. Сейчас пойду мрамор изучу. Вот это разобью 3 камня. Как раз колышков хватит мне. Давай мне мрамор. Вот так вот. А то пойду сейчас изучу. И заодно труп закопаю. Или сожгу. Да, если по одному давать будет, это будет жесть. Да, по одному и дают. Но надеюсь, сейчас изучу. Так что лишнее. Да, мрамор пусть будет. Все, побежали в церковь сразу же. Сожгу труп, один положу. Мясо извлеку. Сейчас уже второй, правда, приедет. Мясо. И к шкуру. Хотя шкуры, наверное, хватит. Там столько бумаги уже можно наделать. Уже хватит, наверное, шкуры. Все, на сжигание. Ё-моё, как же тут выходить труп, чтобы его не выбрасывать. Так, первый пошел. Давайте дальний подожжем. И быстренько изучим мрамор. Должно хватить. Должна сейчас сотня быть. На что не пойдешь? Как на... Блин, такие муки. Это я церковь улучшаю. Так, мрамор. А, вера нужна. Ну, красавец просто. Труп. Мне некогда, извините. Не все сразу. Надо изучить мрамор, потом уже все остальное. Веры ж ни хрена нет. 55. Ну, давайте хоть так. Бумага там, по-моему, была. Я надеюсь, что была. Веры теперь мне будет даваться практически 10 штук за одну исповедь. Это круто. Можно чуть-чуть расслабиться. Сейчас выучим вторую наковальню. Посмотрим, сколько еще вторую наковальню создавать. О, нормально. Где-то 10, 30-ка будет где-то. Давай. Аллилуйя. Так, берем. Стальная стамеска и уровень 2. Наковальня уровня 2. Золотой железный молоток. Стальная стамеска. Давай. Без нее мы просто не построим. Слушай, все это зря делал, что ли, инженер? Окей. Что там за тело бросили? Может, завтра его сожжем? Сейчас я вообще узнаю, сколько улучшить стоит наковальню. Да, лежи пока-пока. Ну ладно, давай заберем. Я сюда только мясо сейчас вытащу. Все, я кожу уже, наверное, не буду таскать. Как раз 2 костра пригодилось для моих нужд. Колумбарий еще будем делать, или как он там называется. Сейчас я подожду, чтобы уже точно знать. Потом просплюсь и начнем. Металла, наверное, до хрена теперь нужно будет заготавливать для наковальни. Или еще чего-нибудь. Сталь, да, сталь, это очень круто. Сколько стали надо будет сейчас? Сталь-то 2 слитка как минимум выплавлять. Ой, блин.
плохо становится. Так, мрамор я пока брошу здесь. Мясо пока брошу здесь. А здесь выбросим веру. И сейчас посмотрим улучшение стальной наковальни до уровня 2. Ну, это последнее улучшение наковальни. Хорошо, что уже облегчает мне одна мысль, что дальше уже двигаться некуда. Уже закончил я практически некоторые ветки. Даже до конца дошел на некоторых ветках талантов. Так, улучшение. Слиток стали. Я его даже не изучил еще. Как его сделать, этот слиток стали? В печи, наверное, да? Графит. Как делается графит с угля? 10 минут. 50 секунд делается. А мне надо один. Два слитка стали будет. Ну ладно. Делайся. На это уйдет какое-то время, поэтому есть время пока что сделать... у меня ступор. Брусы. Чурбаны. Работа кипит просто. Уже сталь начали делать. Сталь, кстати, надо, наверное, раньше заготавливать. Графит, вернее, раньше заготавливать. Все, бревен больше нет. Можем расслабиться. Правда, мне надо было меньше чуть, ну ладно. В следующий раз пригодится, уже 3 надо. Сколько там ждать? Я уже не могу ждать. А, так недолго. Давайте в эту печь еще забросим. С угля он делается, пусть будет. Стамеску же делать стальную. Нужна будет сталь. Сталь надо, кстати, изучить. Обязательно. Графит надо обязательно изучить. Сейчас даже побегу. Возьму веру. Красный талант где-то надо брать. Все, уже тупик. Только так, изучением будем пытаться брать. Там еще мух всяких изучить можно. Я их, по-моему, так и не доизучал еще. Так, есть. 10-й талант. Графит, давайте сталь. Слиток стали. Чего не хватает? Огня не хватает. Подбросить надо. Так, слиток стали. Ну, один могу сделать. Пусть готовится. Это будет долго, здесь уже тоже готово. Да, и здесь слиток стали. Тут пока есть. Давай. Нормально. Только металла уже практически нет. А так все окей. Это я уже использовал, да? Нет, еще не сломался. Еще 7% есть, но это мы закончим скоро. Там я построил, сейчас привезу труп. Что мне делать вообще? Я уже растерялся. Стамеску делать стальную. А, улучшение делать, вот. Мне нужно для улучшения один слиток стали. Но это будет не скоро, я думаю. Да, это будет очень не скоро. Дождаться трупа. Что еще нам? Давайте деревья нарубим. Потом пойдем проспимся там. Сейчас небольшая пауза, как вы видите. У нас организовалось, потому что вот тут хоть труп привезли. Сталь ждать надо долго. Надо посмотреть, как стамеску еще делать. Сколько надо стали там. Ну, со сталью надо не шутить особо. Что у нас тут? 3. Пили. Какая разница. Сразу еще одно сделаем. Это будет 6. И один лишний. Так, что мы изучили, что не изучили? 6, давай, 2 сюда. 8, это лишнее. Это изучили. Сталь как появится, надо будет пойти изучить обязательно. Все, побежали в морг.
Иначе да. А, граф. Вот это, ту, блин, графит надо изучить. Тоже за него могут дать нормально. У меня тут уже есть одна заготовка, она сразу второе сделает. Две как-то лучше. Немножко можно расслабить булки и, блин, делай то, что делаешь, а не отвлекаться на трупы. Ну что, притормозили чуть-чуть, видите? То мы гнали, как эти, блин, гонщики, неделя за неделей, а теперь вот пауза. Тут если мясо только, и то, наверное, сейчас мясо не буду вытаскивать. Хотя, какая разница, вытащу. Что там у нас? Да, мясо только вытащить. Но я не смогу его вытащить, не хватит. Ну, я так и понял. Как раз проспимся сейчас. И сталь будет готова, улучшим. И дальше стаменство уже. Уже приближаемся к памятнику, уже вплотную уже. Хотя это не памятник, это алтарь мы делаем, но... Надеюсь, я проснусь, и уже будет готова сталь. Сталь что-то еще медленнее делается, чем обычно это. Обычные слитки железа. Окей. Возьми вот это, изучим что-нибудь. Веру возьми с собой. Сталь готова? Готова. Так, сразу давай создавай вот это. Одного пока хватит. Все, сталь готова. Давай, изучай. Улучшить. 30% аж надо. Яйца. Улучшили. Наковальня. Стальной меч даже есть. Или это не стальной меч? Нет, такой-то модный меч. Где моя стамеска? А мне нужна была наковальня второго уровня вообще? Стамеска здесь делается стальная? Нет, не здесь. Нахрена я сделал наковальню второго уровня? Кто-то знает? А, вот стальная стамеска. Но мне тут нужны какие-то детали, стальные части. Плавильная печь, уровень 3. А размечтался, мать твою, быстро, да, проскользнуть? Ну, можно эту стамеску сделать, но все равно стальные детали нужны. Ну что, друзья, это тупик. Меня загнали в угол. Кто-то уже, наверное, психнул бы, разбил бы, наверное, монитор, наверное, но я держусь. Так, это изучить. И это изучить. Пошли. Вера у меня в руках. Стальные детали. Это... Стальные детали мне даже страшно смотреть. 200. Карл, 200. Это чтобы выйти на улучшение церкви. По-моему, я пошел по не самому легкому пути. Но не факт, что я их еще сделаю. Может быть, надо будет учить еще вот это. Ну, это не факт, конечно. 200. Вы чего там, блин? Где мне эти 200 взять? Вы что, больные, что ли? Охренеть. Пошли хоть изучим. Чуть-чуть красного получим. Но это... Это капля в море. Где мне 200 брать? Сколько надо... И что, чем мне теперь заниматься, скажите мне? Забор строить? А, забор строить, да. Тут все взаимосвязано, видите? Сейчас начну забор строить. Давай графит сначала. Хорошо, конечно. Вот это интересно уже. Но это нам не компенсирует 200. Это только около 50, еще 150 надо. Это не факт, что эти детали добуду. Неизвестно, как их еще выплавлять, из чего. Ай, ужас-то какой. Пойди мясо дорежь, сейчас уже труп приедет. Ну, забор для церкви тогда надо будет ставить. Я в шоке просто. Это надо мне на... Сейчас просто закончу серию, я забуду, что мне надо было. Надо записать, что мне надо было срочно сделать. Все, давай нафиг. Одного мяса хватит с головой. Завтра у меня уже этот приезжает. На маяке. Синие детали ж как-то надо покупать. Круто. 200. Это жесть. Жалко, что нельзя обменять зеленый на красный деталь. Ой, талант.
Тут просто нормы какие-то, нереальные нормищи. Ну, даже труп привез. Я даже домой не успел сходить, бревна отнести. Что там мне привез? Опять дерьмо какое-то, что там? Ну, если повезет, то можно и закопать. Но мне не повезет, я дважды уже портил трупы, когда надо. Я даже молчу уже во время извлечения жира. Нормально. Кошмар. 200 штук. Красных. Это забор надо, да. Обтесывать камни и делать забор. Когда я сделаю каменный забор, я где-то около этой цифры и буду. Но не факт, что полностью. Там еще пчел, конечно, можно изучить. По-моему, я пчелы еще не изучил красные. А, они зеленые все, даже природа. Да, не факт. Не факт, что получится. Ну, когда я буду добывать, конечно, обтесанные камни, там дается, да, по 5, по-моему, по 10. А там 20 штук их надо. Вот тут и получится, мне кажется, 200. Да не кажется, а точно получится. Так, мне нужен еще один ящик, я уже прям чувствую. Места все меньше, меньше и меньше у меня в загашниках. Ничего не поделаешь, так, и эту историю надо выложить. А я думал, сейчас писательство еще начну развивать. Да когда? Посмотрите, что творится. Не успеваешь дышать. Ну, хоть труп закопали, хоть сейчас не надо колоть дрова, пилить. Сейчас попробую заняться забором. Надо было глянуть, конечно, какие детали нужны. А я думал, по легкому пути пойду. Может, канделябры, конечно, было и проще. Но мрамор-то все равно нужен будет. Так, скажите мне, что с забором? Вот на этом я и заработаю 200 красных. Каменный забор. 20 полированных камней. 20 полированных. Точно 20? 24. Где ты видишь 20 вообще? Офигеть. 24 полированных камня. Давайте начнем с этого. Это очень большая цифра. Это грандиозная цифра. 24 полированных камня. Ну, у меня где-то будет примерно. Ну, может, чуть-чуть не хватит. Тут 3 у меня есть, но там, по-моему, мрамор один лежит. Так. У меня тут есть камни. Сколько у меня тут камней? 9. А мне надо 24. Круто. Долби. Кусок камня. 24. 9 есть. 17. 2 надо разбить. Будет 25. По-моему, неплохо. Сегодня, кстати, на маякте надо сходить. Вот, смотрите, вот даже за эти я получаю сейчас таланты. Причем неплохо. Получаю. Все, годится. Дальше полировка. Дальше 100 мест. В руки взяли и вперед. Но сначала я побежал на маяк. Даже камни с собой возьму. Можно, конечно, купить эти камни, но зачем? Зачем мне их покупать, если мне нужен красный талант? Самое главное, это талантов 200 штук сейчас набить. Но не факт, что я еще сразу сделаю детальку эту. Там еще по... Фу. Там еще будут свои плюсы к этой детальке. Там может тыкву какую-то вырастет золотую. Но я уже привык просто. Так, товарищи. Где мне взять денег на торговую лицензию? Хотя торговая лицензия, думаю, там еще будет головняк свой. Отдельный. У меня же 30. Если мясо продать, где-то будет 40. Почти собрал на торговую лицензию. Еще неделька. Еще неделька, но это надо сначала закончить с церковью. Чтобы я уже точно вздохнул спокойно. Что у меня церковь полностью готова. И только тогда... И только тогда можно будет... Заниматься торговлей. Выращивать что-то там. Он говорил, выращивать надо будет что-то и продавать. Но я, правда, не знаю, где здесь рынок будет. Он сказал, у нас будет торговая палатка, этот торговец сказал. Но это уже другая история будет. Я сейчас на силовые, физические ремесла изучаю. Там где-нибудь добывать надо разное. Звездочет, давай, друг мой.
Без твоих талантов, я чувствую, мы вообще ни хрена не изучим. Использую 25. Надо рыбу всю остальную здесь продать, хотя может не спешить. Что там у нас? 73. Как заново начинаю учиться ходить. И вот я взял вот эту штуку, чтобы быстро оказаться дома. Ну давай теперь раздалбывать. Полировать, вернее, наши камни. Как их там? Полированный камень здесь, наверное, создается. Да, полированный камень, 100 мест, и 25 штук. Ручная работа. Три штучки красных талантов. Я получу 60. Этого мало. Тем более, стамеска долго не проживет. Ну ладно. Зато синий дается. 24 синих получу сейчас за вот это вот. Что я сейчас делаю? Я хоть то делаю, блин. Все, стамеска уже ушла? Нет, еще не ушла. Много сразу поставить нельзя. Не знаю, насколько хватит этой стамески. Но сил у меня уже нет. Я и пытался. Да. Стамеску сразу надо посмотреть. Стальная стамеска, опять же, требует вот этого. А здесь простых деталей требует. Тут палки нужны будут. Но палки у меня есть. Так, 18 камней тут. Полирован. Ладно, спать. Сейчас, правда, труп привезут. Ну, давай хоть выспимся. Там есть куда его деть. Завтра уже проповедь. И 24 синих таланта получу. Ну, чем не прелесть? Чем не прелесть? Так, побежали, посмотрим на труп. Как раз, когда я закончу, я чувствую, когда я закончу дело с церковью, там еще канделябры добавят. Ладно, не буду загадывать, сейчас загадаю. А мне за вот этот вот постамент, который я делаю... Целую вечность. А дадут плюс один только. И тогда все, тогда провал. Тогда канделябра опять надо будет делать. Блин, хорошее тело. Относительно. Можно попробовать. Все, провал. Это только на сжигание. Ну, мясо, кстати, тоже продавать пока что не стоит. Я думаю, мясо надо сначала гамбургеры сделать, а потом уже все остальное. Будем думать. Замечательно. Еще осел не приедет с таким раскладом. Все, у меня больше... А, сегодня воскресенье, ё-моё. Сегодня осел не приедет, поэтому можно чуть расслабиться. Давай доделаем камни. Насколько это хватит. Стамеска еще жива? Удивительно. Все, стамески больше нет. Мне нужны детали. Детали делаем здесь. Причем простые. Скоро закончится железо. Придется искать его. Железная стамеска, это у нас есть. Все, все, все ушло фактически на создание стамески. Смотрите, энергии уже нет вообще. Что я делал вообще? Полированный камень, конечно, можно автоматически сделать, но полировочную пасту мне что-то не хочется делать. Хотя стоит ее изучить, смотреть. Я ее не изучил. А ну давай, наверное, поступим по-другому. Полировочную пасту. Песок есть, масла нет. Твоя масло как делается, я уже забыл. Здесь оно делается. С жира. 5 жира, 10 масла. Мне, правда, еще масла здесь не хватало. Ладно, давайте хоть жир потратим, хоть 5 штук. Не зря же его добываю постоянно. Так, 5 жира. Просто мне надо ее изучить. Я ее пропустил. Я не знаю, масло изучил, нет. Его нельзя изучить. Сейчас, в общем, узнаем. Это тоже красные детали. А это уже много стоит. Масло давай. Масло я туда в кухню засуну, чтобы тут место не занимало. Давай сделаем полировочную пасту. Песок есть. И одна тарелка как раз для этого есть. Просто мне она нужна для вот этих вот дел. И как раз от церковь иду, сейчас сразу все и сделаем. Годится. Есть полировочная, да? Да, 9 масла, металл. Сейчас я здесь брошу.
Камни тоже здесь брошу, это тоже здесь брошу. Масло изучать не надо, да? Винный пресс? Нет, не надо. Это изучить, это выложить. Все, быстро в церковь, быстро, быстро, быстро. Масло здесь. Это я потом пущу там. Так, давай это. Сегодня трупа не будет, дрова надо будет заготовить. А ты веру взял? Ну, конечно, взял. Но я надеюсь, мне сейчас дадут ее. Хоть не... О, тут уже даже лежит. Надеюсь, дадут, давай. Золотую историю дают за каждую исповедальню. Интересно, можно куда-то продавать? Уже столько золотых историй. Мудро бы, конечно, было сделать комбо-молитву золотую. Я бы получал минимум по 3 серебра. С проповеди, имею в виду. А не полторы. Ну, мне кажется, больше даже получилось бы. Потому что здесь что-то маловато дают. Ладно, веры зато дают нормально. 9 и 10 я взял. Сейчас я посмотрю, сколько там дали. Ну, примерно ровно дают. Зато хватит теперь на изучение пасты. Вот она родная. Ну, это мелочь, конечно, это ерунда, но все равно надо изучить. 5, по-моему, там, да? Да, хрень. Не, 10. Ну, 10 тоже неплохо. Попробую 10 заработать. Я, правда, уже без сил. Ну, пасту сейчас в камень засуну. Давай. Зато стамеску надо тратить. Тут и так дают столько же, и так дают столько же. Ладно, пошли выспимся. Веру выложить, золотую историю выложить. Что-то мне больше дали веры. А, 11 было веры. 2 дают теперь же за исповедальню. Да, больше дают. Ну, мне вера пригодится камни с цветочками делать. Без этого ж никуда. Годится, я выспался. Давай, доделай ты уже этот забор долбанный. Сегодня. Доделай ты его. Стамеска есть, поехали. Нам еще 15 штук надо сделать. Столько еще, конечно, не делал камней. Стамеска точно не выдержит. Ну что делать? Быстрее устанем, быстрее выспимся. У меня уже 110. Нормально, идем. Еще 9 штук надо. А, так там еще те камни надо будет делать. Камни по-любому нужны будут. Не знаю, где их брать. Бежать придется, наверное, на каменоломню. Все. Бобик сдох. Это у меня еще дрова не рублены, сразу говорю. Ну, это только сейчас можно делать такие операции, когда не было этого с морковкой. Психа ужасного. Доделывай ты уже это, доделывай. Сколько там осталось? Стамески нет, 5 штук, надо еще сделать, а стамеску... блин. Ладно, стамеска, еще одной детали не хватает, да чтоб вас. Вот эту, конечно, а, ну деталь же я не сделал, действительно. Я думал сделать сразу серебряную, чтобы ее надолго хватило, да хрен там. Поехали, 5 штучек надо всего. И у нас уже скоро 200 будет. Последний. 24, я помню, надо было. Фух, я сделал это. Этот камень лишний, 16 штук полировочных. 3 эти сюда. Теперь надо посмотреть, как делать вот эти вот с цветочками. Там 2, по-моему, надо было. С цветочками делается своеобразно.
Та же стамеска. Только плюс 3 веры. В общем, мне надо на 2 камня больше. Ну, один я сделал, где еще один брать? I don't know. Вот это еще мне надо делать. Тут один у меня есть, брус, но все равно спать придет. 3 раза поспал за сегодня. Мне просто это надо закончить, прежде чем закончить серию. Если я сейчас это брошу, все, я в начале следующей серии в жизни не вспомню, что мне надо делать. Хотя бы закончить... А, ну да, он же труп привез. Забор. Забор закончить. О, не забор. Да, забор закончить. Вот цель номер один. Чтобы я уже успокоился немножко. Так, чербан, поехали быстро, быстро, быстро. Ну, опять сейчас энергия уйдет. Окей. Пили еще сразу 2. Смысл ходить один за одним. Пусть вся энергия уйдет, ты выспишь, и все равно там тело хреновое тебе привезли, я прям чувствую. Годится. Разбивай нахрен этот камень. Еще один кусок камня. 8 будет. Отлично. И еще один полировочный. Не хватает. Ну и 4-й раз по спину. Что делать? Жизнь тяжелая штука. Зато синий, ой, камень с цветочком, по-моему, можно изучить будет. Я его, по-моему, никогда не создавал. Нет, создавал один раз, я его даже изучил, по-моему. Так, труп там. Труп там валяется. Забираем все, что можно забрать. 16 штук, 2 сразу сделаем. Это на распил. Дайте мне веру. Веру взял. Давай. Создадим наконец-то это дерьмо. 6 веры надо будет. Нет, 3 веры. Мне всего 2 надо. Нормально. Один раз только надо будет сделать. О, и 2 камня у меня в кармане. Готово. 160 практически у меня уже. И этот резной камень очень хорош. Я его, к сожалению, уже изучил. Так, давай в сложные детали. Не знаю, сколько надо. По-моему, много надо. Ладно, делай все. Посмотрим потом. Чем больше, тем лучше. Мы долбанный забор этот все-таки построим. 168. Побежали быстро, быстро, быстро закончим с трупом. Он там уже сгнил, я знаю, но извини. Некогда было тобой заниматься. Да нет, еще ничего особо. Думал, будет хуже. Мясо только. Хотя, может, и масло понадобится. Когда готовить начну, может быть, и масло будет нужно. Так, отлично. Сразу сейчас поставлю 2 места. Пошло дело. Второе готовится. Это дерево не спилит, да? Какое-то невидимое. Это уже выросло. Окей. Готово. Мне кажется, сейчас сил, кажется, на забор не хватит. 170, практически докачал уже до деталей. Ну давай, сколько там деталей сложных, но, по-моему, 10 штук надо, у меня столько нет. Да, мне не хватает 6 камней, которые я не взял, и 3 детали, которые я не взял. По-моему, все должно быть у меня сейчас. По-моему, всего должно хватать, сейчас посмотрим. Сейчас все должно хватать. Сейчас я в себя верю. Я просто забыл их взять. Надеюсь, что просто забыл их взять, иначе сейчас будет истерика. Так. Да, их просто забыл взять. 24. И 3 детали.
Все, забор практически готов. Чтобы его величество случай не вмешался в постройку нашего забора, я решил проспаться. Сразу и труп заглянул, что там привезли. Забор практически нам дал нужное количество камней. Ой, красных талантов на камнях. Мы их подняли. Хорошо бы, но, наверное, никак. Да, я сразу чувствую, что у нас пошло. Когда кладбище, видно, переполняется, видите, дает больше шансов на ошибку. Так, собственно, и получилось. Ладно, но меня это не остановит, пусть горит. Я пошел заниматься забором. У меня все готово. Кладбище у меня хреновое, но забор вокруг него первоклассный. Ну что, поехали. Каменный забор плюс 10. То есть еще плюс 10. Ну да, еще плюс 10. Было плюс 10 и еще плюс 10. Так, клумбу можно поставить. Каменный колумбарий. 4 камня, вот эту вот керамическую хрень можно изучить, получить синие и красные таланты. Этим мы займемся уже в следующей серии. Наверное. Потому что нам с вами нужно. Нам с вами нужно докачать 30 красных талантов. И я знаю, как это сделаю. Я это сделаю. Я это сделаю, когда буду рубить лес и добывать камни между сериями. Потому что я сейчас побегу, наверное, на заготовку. А на сегодня мы, наверное, завяжем, потому что я построил то, что хотел. В следующей серии уже начнем сразу с деталей, которые помогут нам построить каменный этот в церкви. Я забыл, как он называется. В общем, каменную штуковину. Каменный алтарь, вот, который позволит нам наконец-то улучшить максимально церковь. Надеюсь, что максимально. Ладно, друзья, сейчас пособираю ветки, пойду схожу за камнями. И мы с вами начнем серию с полными складами. Перед, наверное, или маяком, или как его. Или следующим воскресеньем, чтобы вы все это видели. А сейчас я просто побегаю и пособираю бревна. И, наверное, за камнями сбегаю, потому что они нам очень и очень понадобятся. Ну что, друзья, все, на этом спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Shadow Little Play. И до новых серий Хранители кладбища. Пока.